Николай Николаевич Засухин, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Биография. Родился 7 апреля 1922 года в поселке Ващенково, служил в РКК с 1940 года в течение 6 лет, затем в 1947-1948 годах учился в студии при Куйбышевском театре имени Горького, стал актером этого театра и служил на этой сцене до 1972 года. С 1972 года в МХАТе имени М. Горького. Манере Николая Засухина были присущи темперамент, мягкий юмор, стремление к внутреннему перевоплощению, пластичность и острый рисунок роли. В многочисленной труппе МХАТа актер работал меньше, чем в Куйбышеве, и после раскола театра ушел в театр ТВ Дорониной. В кино Засухин снимался нечасто, играя преимущественно чиновников и партийных работников, заместитель председателя Совета министров СССР В. И. Ленин, Смоленцев, Владимир Шарапов, Никодимов, Железненький, Ковалев. В ряде фильмов сыграл, благодаря внешнему сходству, В. Молотова. Скончался 25 августа 1992 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Семья, жена, актриса Нина Засухина, заслуженная артистка РСФСР. Признание и награды. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, Орден Отечественной войны двух степеней. Творчество, роли в театре.